Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые участники, уважаемые слушатели. Благодарим вас, что нашли время и подключились на наше сегодняшнее мероприятие. Мы продолжаем цикл наших открытых лекций школы бизнеса МГИМО. И сегодняшняя лекция будет проходить в рамках нашей программы Executive MBA, финтех и трансформация бизнеса. Позвольте вам представить декана факультета финансовой экономики и научного руководителя программы Executive MBA, финтех и трансформация бизнеса Евгения Владимировича Погребняка. Добрый вечер, Евгений Владимирович. Добрый вечер. Большое спасибо вам за представление, за организацию такого мероприятия, Руслану Владимировичу за то, что согласился раскрыть тему трансформации бизнеса в таком провокационном аспекте через людей, через культуру. Очень ждем выступления. Надеемся, что это станет началом целой серии занятий, семинаров и курса на программе «Финтех и трансформация бизнеса». Я считаю, что это одна из таких флагманских программ в портфеле школы бизнеса и международных компетенций. Финтех в ней является такой зонтичной темой, которая показывает возможность трансформации какой-то сферы, консервативной сферы бизнеса. А трансформация всего остального будет в том числе включать работу с людьми, о которой расскажет наш гость. Руслан Гулевич. Руслан в настоящее время первый заместитель генерального директора Россети «Цифра», подразделение, которое ответственно за цифровизацию в крупной госкорпорации, в крупной инфраструктурной компании. Руслан имеет обширный опыт работы в сырьевом и технологическом секторе и готов рассказать, мне кажется, о сложном легко. Пожалуйста, передаю вам слово, Руслан. Да, спасибо. Меня слышно, видно хорошо? Да. Наверное, пару слов нужно сказать сначала. Благодарности. Очень интересно. Было немножко неожиданно для меня, и тем даже вдвойне приятнее. Потому что получить такую взыскательную аудиторию – это всегда очень здорово. И я действительно немножечко провокационный материал подготовил в какой-то мере. Может быть, даже сильно провокационный, потому что хочу поговорить про такой сложный, одновременно простой предмет на понятном языке, на человеческом. И даже, может быть, подвергнуть какой-то критике или даже сомнению определенные постулаты. Вот. И, наверное, пару слов, Ольга, вы скажете, либо я, про формат. Да, как раз хотела напомнить нашим слушателям, что сначала мы проводим лекцию, а потом у вас будет возможность задать вопрос. Это можно сделать или в чате здесь, или же, соответственно, задать вопрос голосом по окончании мероприятия. Вопрос можно задать как непосредственно Руслану Владимировичу, так и Евгению Владимировичу. И также, что еще хотела сказать, что мы хотим провести впоследствии анкетирование по итогам, поэтому будем очень признательны, если вы ответите на некоторые вопросы в анкете, которую мы пришлем. Ну и, естественно, мы, как обычно, всегда приветствуем интерактив, поэтому ждем ваших вопросов. Спасибо. Я вам хочу сказать, спасибо. Что да, можно не дожидаться, когда вопрос возникает, можно сразу его писать в чат. Нам так проще. Да, конечно. Если первый слайд на экране, уже можно начинать спрашивать. Да. Угу. Ориентир по времени лекции примерно 30-40 минут. Ну и затем обсуждение вопросов из чата и живых вопросов. Начинаем. Да. Включаю секундомер. Итак, сегодняшний материал наш про то, какую роль играют люди в цифровой трансформации. А точнее даже два аспекта я хочу осветить. Это первый аспект про культуру, второй про язык. Про язык цифровой трансформации, про язык нашего общения. Вначале я скажу пару слов про себя, для того, чтобы у аудитории создалось понимание, с каким опытом я на эту тему выхожу. Я 69-го года рождения, специально подготовил целый слайд про эту историю. Овен – это знак огня, поэтому я буду много улыбаться и стараться шутить, может, не всегда удачно. Я многодетный отец, и в моей жизни есть три больших города. Это Минск, моя родина, это Москва и Санкт-Петербург.
У меня обширные интересы есть, очень странные, казалось бы, несочетаемые. Лингвистика, история, мифология, религия. Но все это потому, что я пытаюсь ответить всю жизнь на вопрос, кто я, кто мы, откуда мы пришли и зачем. У меня два крупных образования. Это первое, я радиофизик и электронщик по первому. Это в 92 году я закончил после службы в армии Белорусский госуниверситет. И второе, сравнительно недавнее, 2007 год, это совместная программа Калифорнийского госуниверситета и то, что сейчас называется РАНГИС, потому что раньше это называлось НХ. Я счастливый обладатель диплома американского с Фоксимире Шварценеггера, потому что время он был губернатором Калифорнии. Я не совсем типичный айтишник, потому что примерно половину своей карьеры длинной я занимался не совсем айтишными историями. Это потому что 90-е были, или потом были очень интересные проекты. У меня порядка 6 или 7 разных индустрий. Из самых таких мощных и интересных проектов, это было, безусловно, из последних, это мое директорство в дочернем предприятии «Газпромнефть», когда я из локального оператора связи в соответствии со стратегией вырастил федерального ведомственного оператора. И очень интересный был проект «Спасибо Роснано», когда удалось сделать модернизацию производства высокочистых кварцевых концентратов. Это сырье для микроэлектроники, сырье для специальных оптических применений для солнечной энергетики. Ну и были очень странные ответвления, я сейчас не буду о них говорить, потому что к цифре они отношения никакого не имеют. У меня есть собственный опыт неудачных стартапов, то есть я хороший стартапер, как раз 2 или 3 я уже ошибался, и больше к этому пока стараюсь не обращаться. Максимальное количество людей, которые были у меня в управлении, это 15 тысяч. Это была риэлторская компания, которая занималась недвижимостью на рынке новостроек. Мне повезло, у меня было как минимум 5 разных культур страновых в тесном соприкосновении, когда я делал разные проекты, это очень познавательно. И справа в нижнем углу есть мои любимые писатели. Наверное, для кого это может казаться важным, чтобы проверить соответствие культурных кодов. Дальше. Двигаемся уже к сути нашего сегодняшнего мероприятия. Я потратил некоторое время, пытаясь понять, существует ли однозначное определение того, что мы называем цифровой трансформацией. Начал, конечно, с Википедии. Я специально сделал очень мелко, чтобы никто не увидел, что написано на экране. Потому что это много, это про все, это практически все аспекты нашей жизни, бизнеса и все такое прочее, как в автостопе по галактике. И каждый дает свое определение, в том числе и постановление правительства Российской Федерации. Но если посмотреть, что повторяется стабильно, то это продукт-услуга, технологии, процесс, корпоративная культура, стратегия, маркетинг и данные. Видите, ну, как я и говорил, практически все, что можно придумать, там есть. Так что же за чудо такое, эта цифровая трансформация? С моей точки зрения, если взять модель, я не помню автора, поэтому я придумал название сам, не смог найти почему-то быстро, было лень долго искать. Все изменения, которые происходят в нашей жизни, они в основном идут через 4 канала в организациях. Это процессы, и если мы говорим про цифровую трансформацию, то это либо disrupt, либо change. Слова, если вы не знаете, потом спросите. Если вы до сих пор не, ну, их не знаете, то, скорее всего, мы случайно с вами встретились на этой лекции. Есть tools, это инструменты, к которым относятся в нашем случае. Это базовая автоматизация, средства совместной работы, система принятия решений. Данные – важнейший аспект, потому что вся цифровая трансформация на проданных, именно они позволяют анализировать, принимать решения. И вот самый интересный 4-й сегмент, про который я хочу сегодня подробно рассказать, это люди. Это каким образом меняется модель мышления, каким образом на это влияет культура организации и что такое язык общения, как он помогает или разобщает людей в процессе цифровой трансформации. Вот, дальше у меня. Есть 2 главных тормоза и вредителя в цифровой трансформации. Дальше я сокращать буду ЦТ. Первый, конечно, вы его прекрасно знаете, это Excel. Потому что пока у людей есть соблазн что-то сделать своими руками, удобненьком, привычном варианте, у них, соответственно, меньше мотивация работать в определенных информационных системах предприятия, которые всегда, обычно, чуть более худшим интерфейсом. Я, конечно, шуточно это говорю, но в каждой шутке есть доля Excel. И второй главный тормоз цифровизации, вы можете предположить, 99% аудитории уже понимает, о чем я говорю, это человек. Самое инертное в мире существо, которое, естественно, органично противится любым изменениям.
Это его задача. Поэтому с точки зрения цифровой трансформации, ее главная задача, если мы ее применяем к человеку, это исключить человека из бизнес-процесса. Потому что он является самым слабым звеном. Человек склонен к ошибкам. У него есть перепады настроения. У него есть странное желание, иногда страновое, что-то стащить. Или придумать, как умному Кулибину, как поживиться на существующем бизнес-процессе. Все это очень сильно мешает миру капитала и вообще любым корпорациям и компаниям. Поэтому я предполагаю, вот дальше тоже немножечко шуточной и наглой попытка прогноза, что произойдет в ближайшие годы по мере того, как мы будем вычленять все больше людей из разных процессов. Я предполагаю, что в 10-летнем горизонте в основном будет исключен человек, будет исключен из рутинных операций. Операционистки, может быть, колл-центры, водители частично, все больше и больше. Лет еще через 10, возможно, современная техника сможет заменить человека на производственных процессах, на управление производственными машинами, устройствами, установками, целыми циклами. К 50-му, возможно, дозреет искусственный интеллект настолько, что он исключит человека из цепочки принятия управленческих решений. И вдруг лет через 40-50 окажется, что машины научатся изобретать сами, проектировать, изобретать. Остается вопрос, а что будем делать мы, что будут делать наши внуки, что наши дети будут делать? Но я предполагаю, немножко тоже, конечно, сарказмом, мы будем рисовать картины, сочинять музыку, хотя машины уже тоже умеют это делать. Но мы будем молиться, это то, что по машине пока вряд ли умеют делать. Ну и, конечно же, мы будем делать глупости. Потому что, мне кажется, глупость – это и есть самый главный, пожалуй, наше эволюционное преимущество. Человек и стал человеком только благодаря тому, что он всегда выступал против существующих бизнес-процессов. Но пока этого не произошло, мы стоим, каждый из нас, перед личным вызовом. Мы можем измениться в изменяющейся среде, либо нас могут оставить за бортом текущих процессов, и компаний и вообще этого веселого, меняющегося мира. Сейчас я хочу перейти и сделать такой неочевидный переход от этих страшилок к тому, как меняется сама по себе корпоративная культура. И человек как квант этой корпоративной культуры, он точно так же подлежит изменению, является объектом изменения. Обратите внимание на существующие тренды. Вполне четко, если проследить систему ценностей, которая декларируется крупными компаниями, отечественными прежде всего, потому что я на отечественном рынке работаю, можно заметить, что наметился переход от командного стиля к культуре сотрудничества. Вполне четко. И почти везде. От жесткой иерархии есть движение в сторону маточных структур управления. Проектные группы, смешанные группы, кроссовые движения, функционально-ролевые модели и так далее. Все остальные гибриды. Есть дрейф от культуры результата любой ценой, который был раньше точно. Это такая почти социалистическая даже культура, армейская. Культура устойчивого роста. Все больше компаний заявляют у себя на первых страницах о приверженности, принципах устойчивого роста. И идея становится чуть более ценной, чем просто результат. Это говорит о том, что горизонт планирования и стратегирования сдвигается от 3-5 лет до 5-летки и выше. Вот. И на что это все похоже? Вот ту культуру, про которую я сейчас говорю, про ее дрейф, про ее изменения, это очень сильно похоже на культуру разработчиков, на айтишную культуру. По сути дела, мы с вами видим, как в нашу жизнь и в корпоративную жизнь входит agile-культура с ее манифестом. Здесь я ссылочку показал внизу. Кто не сталкивался, может почитать. Вкратце, самое главное, люди и их взаимодействие важнее, чем процессы и инструменты. Работающие, ну здесь написано программное обеспечение, что-то работающее важнее, чем документация. Взаимодействие, удовлетворение заказчика важнее, чем обсуждение формальных вещей, контрактов и так далее. И важный очень тезис, реагировать на изменения важнее, чем следовать процессам, программам и уже предустановленным другим вещам. Сейчас скорость очень важна становится. Скорость. Прошу прощения. С моей точки зрения, все равно мы меняем, конечно же, ни технологии, ни техники, ни железячки, ни софт. Самый главный объект изменения, который затрагивает цифровая трансформация, это человек. Я хочу вот здесь привести информацию о Фредерике Лалу. Это консультант, партнер McKinsey. Он всего лишь 7 лет назад, развивая идеи другого своего соплеменника, придумал очень показательную, красивую, легко запоминающуюся типологию
организаций. Он ввел несколько градаций и типов. От импульсивной, которая похожа скорее на волчью стаю, до эволюционной. Той организации, которая ведет себя как живой организм, самоорганизовывающийся, с эволюционирующей целью, целостной, живущей исключительно за счет ценностей и синергии сотрудничества, сотрудников неразделенных иерархий. Это очень сложно представить, наверное, потому что я в жизни никогда не сталкивался с абсолютно бирюзовыми организациями. Скорее всего, я работал в конформистских, похожих на армию или на церковь, либо конкурентных в основном организациях. Вот где-то вот оранжевый уровень – это ближе всего к тому, что сейчас есть сегодня на рынке. И очень повезло тем, кто работает в плюралистической модели семейной, там, где внедрена культура ценностей, где она работает. Здесь заинтересованность в вовлечении персонала, где действительно очень широкие демократические права и обязанности, соответственно, у персонала. Но в России есть целая группа компаний, которые экспериментируют с вот этими моделями культуры, в том числе «Вкусвилл», «Фабрика окон», а в некоторых отделениях «Сбербанк» с этим тоже поигрался. Вот. Следующий аспект, на котором хотел очень важно остановить свое внимание, вот давайте подумаем, насколько сложным стал технологически наш мир. Для примера я взял достаточно известную историю с Боингом. Если посмотреть даже на 777 Боинг, то для того, чтобы его собрать, требуется 3 миллиона деталей, примерно 500 000 людей, порядка 4-5 тысяч отдельных фабрик. И всю эту историю с точки зрения логистики нужно оркестрировать. Вы понимаете, что происходит? Очень хорошо, потому что после ковидных историй мы на нашем потребительском рынке не очень сложных изделий, но относительно сложных, тоже автомобильным, мы обращаем внимание, что ряд производителей сокращает производственные программы либо сроки ввода новых линеек, вывода на рынок удлиняет. Почему? Потому что они ссылаются на недостаток компонентов. Но поскольку в нашей современной машине порядка 20 уже компьютеров, как минимум, ну или блоков микропроцессоров, то где-то даже можно поверить. Хотя что-то подспудно подсказывает мне, что это просто попытка вытрясти из нас больше денег. Ну, но вдруг. Вдруг это действительно следствие разрушения традиционных цепочек из-за ковидных всех мероприятий. К чему это все приводит? Для того, чтобы производить такое количество разных деталей специализированных, конечно же, в корпорациях все больше колодцев возникает. Отраслевых, специальных и так далее. То есть все больше специальностей становится, все уже колодцы. И каждый колодец вырабатывает, естественно, свой сленг, свой язык общения. То бишь корпорации. Каждым годом те работники с узкой специализацией, которые работают в своих функциональных колодцах, все менее начинают понимать остальных. И это действительно проблема, и эта проблема существует. То есть я хочу сейчас заострить внимание на том, что даже люди, которые говорят на одном языке в корпорации, зачастую не могут друг другу объяснить что-то понятное, потому что у них возник свой сленг. Я надеюсь, что есть кроссовая функция, которая должна объединить всех. И эта кроссовая функция, с моей точки зрения, информационная технология. Я не могу доказать это, я просто в это верю. Хотелось бы про культуру поговорить немножечко еще отдельно, после этих вступительных слайдов. Мне очень нравится высказывание Друкера по поводу культуры, что культура ест стратегию на завтрак. И это понятно вполне, потому что стратегия – это результат работы чего-то ума, обычно коллективного. А культура – это поведенческий аспект, который отвечает на вопрос, выполнится стратегия, либо не выполнится. Потому что бизнес-процессы – это то, как мы достигаем цели, а культура – про то, как мы достигаем цели тогда, когда вдруг по какой-то причине наши бизнес-процессы перестают работать, и резко меняется среда. В общем, стратегия – это обещание, а выполняет его культура. Это альтернативное высказывание, метафора по этому поводу. И что самое важное, к чему сейчас хочу перейти, когда мы начинаем говорить про культуру, это разговор про ценности. И их транслирует всегда по-настоящему сильно и мощно только один человек в компании. Это лидер. Вообще культура компании – это про то, как принято. Это история про традиции. Это, может, даже частично невербализированное знание. Но это те модели, которые обязательно потом становятся нормами. И они работают лучше, чем все остальные нормы. Был такой исследователь Эдгар Шейн, по-моему, швейцарского происхождения, который работал в Штатах. Вот он на основе анализа большого массива информации, он постулировал, что организационная культура сама по себе не возникает, а она выстраивается в течение времени через три основных практики. Через повторы, через переговоры и через все возможные практики.
Я в конце своего выступления поговорю о самом дорогом, наверное, что у меня есть в кейсах. Это про реально испытанные и запущенные практики формирования культуры инновационных компаний. Если, конечно, у нас хватит времени. А может, не хватит. Хочу остановиться на лидере «Почему здесь?» еще раз. Действительно, я считаю, убежден и видел это не раз, что единственный источник изменений корпоративной культуры – это лидер. Вот только он генерирует ее и транслирует. Никто не будет верить в изменения и в какой-то культурный код, если он не транслируется лидером. А именно культура как раз помогает организациям, которые в течение жизни проходят все циклы от зарождения до стабилизации, ну, иногда до смерти, выдерживать все удары судьбы. Потому что это та подоснова, которая оказывается выше всего придуманного отдельными умными людьми, бизнес-процессов, технологий и так далее. Я очень неоднозначно отношусь к Сталину, поэтому не сочтите меня сталинистом, но его высказывание, я очень уважаю вот это. Не знаю, правда ли он его говорил на самом деле, ему приписывают. Вот, есть даже сноска на его речь в 1935 году, 4 мая на Пермском дворце. Самый ценный капитал – это люди. И вот та самая известная крылатая фраза – кадры решают все. Я в прошлом году выиграл лидеров в России, случайно для себя, не специально. Я 3 раза пытался, 2 раза неудачно, 3-й раз получилось, все выиграл. Меня определили там как не совсем типичного лидера для России. Это лидер, который исповедует мягкий стиль руководства или лидер с высоким социальным интеллектом. Потому что я сильно убежден, я опираюсь и работаю не с технологиями, не с техникой, а с людьми. Поэтому, естественно, кто моя правая рука в каждой компании? Это правильно, HR. И еще хочу, чтобы вы остановились, прочитали, с моей точки зрения, безумно важную, интересную, может быть, неоднозначную, не всеми воспринимаемую, как истинно последней инстанции, фразу Капицы. Руководить – это значит не мешать хорошим людям работать. Вот я бы в целом, наверное, свое отношение к командостроению и к управлению, наверное, бы ограничил вот этой фразой. Я наблюдаю в последнее время, есть теории, которые описывают, и практики на этом делают определенные работы. Есть 2 подхода к формированию команд. Первое. Собирается команда из суперпрофессионалов. Очень умных, очень головастых, лучших в своем деле. И для решения задачи они как пауки в банку вбрасываются, как-то они договорятся. Есть вторая модель. Людей с хорошими софт-скиллами, людей, которые умеют сотрудничать, людей, которые умеют договариваться, и людей, которые работают на команду. Они могут быть похуже в своих профессиональных качествах, но есть надежда всегда, что поскольку это люди все-таки не последние, их можно доучить, их можно научить. И я не ратую за какой-то из этих один вариантов сбор команд. У каждого менеджера есть свой арсенал средств. Кому-то ближе первый вариант, кому-то ближе второй. Я за второй только потому, что мне понятнее эта модель, и у меня инструменты управления именно в этой модели. То есть я всегда собираю команды, которые... У меня был один такой знакомый, один из моих наставников, который называл это «брать Берлин». Если команда научилась брать Берлин, то есть выполнять суперсложную задачу, она привыкает побеждать. Тогда неважно, какой ты задачей она сталкивается, она по своей привычке находит всегда, мобилизуется, находит способы, возможности, варианты побеждать. Переходим к языку. Чуть-чуть в сторону, может быть, про Донбара, но не безотносительно к теме нашего сегодняшнего разговора. Вы, наверное, слышали, есть такое число Донбара. Был исследователь, который начал изучать сначала социальные связи у шимпанзе и пытался понять, сколько вообще может быть горизонтальных связей у особи одной. Потом он перешел, естественно, потренировавшись на обезьянах, на высших приматов в нашем лице. И поскольку оказалось, что за социализацию, за умение поддерживать социальные связи у нас отвечает в основном неокортекс, как очень молодой орган, говорят, ему порядка 2 миллиона лет всего, выяснил, что человек в состоянии полноценно поддерживать стадо 200 с небольших контактов. Есть более способные люди, есть менее способных, поэтому число в среднем принято за 150. Итак, у нас есть не 1,5, не 2, не 5 тысяч друзей в Фейсбуке, у нас есть в жизни в реальной 100 с небольшим реальных друзей, те, с которыми мы контактируем, те, которых мы можем назвать своими реально знакомыми друзьями. Так вот, мудрые люди говорят, в этих друзьях должен быть обязательно юрист, стоматолог, ну, вообще хороший врач,
Кто-то говорит еще из Одессы, горбовщик. Ну, я считаю, что обязательно должен быть айтишник еще один, потому что он становится важной персоной в нынешнем мире. Вот, и снова возвращаясь к языку. Даже когда мы встречаемся, говорящие на одном языке, мы сталкиваемся с разными паттернами восприятия, моделями коммуникации. У нас разные типы мышления, у нас разный темперамент, культурный фундамент, менталитет немножечко отличается. Модели восприятия, паттерны, зависящие от генерации наших, X, Y, Z и дальше. Вот. Даже здесь сложно друг друга понять. Но когда мы говорим про колодцы функциональные, про узкие специализации, про профессиональное сообщество, возникает махровый сленг. Я когда рассказывал Евгению, с «Газпромом» начал работать, я никого не понимал вообще. Все люди сыпали удивительными аббревиатурами. Это было похоже на какие-то умершие языки, которые кто-то заклинаниями вызывал к жизни. И первое, что я сделал, я в Excel начал, в том же самом Excel, который вот главный враг цивилизации, я начал расшифровки искать, ходил с блокнотиком к людям. И примерно, когда 300 слов у меня появилось, аббревиатур, я вдруг обреченно понял, что я начинаю понимать, о чем идет речь. Ну, потому что 300 слов, говорят лингвисты, это базовый набор, который позволяет покрыть порядка 80% всех наших разговорных потребностей. Вот. Потом я подумал, слушайте, я же физмат практически заканчивал. Я отличник, у меня красный диплом. Я дошел до 20-го слайда, у меня нет ни одной формулы. Я вот придумал здесь формулу. Корпоративный сленг – это РЗА плюс скрч, где РЗА – это русифицированное заимствование из английского языка, а скрч – это сокращение. Мне кажется, очень легко запомнить. Вот я раз посмотрел, и все. Так, это шутка была, конечно. Мне надо улыбаться побольше. Да? Вот, цифровизация сама по себе, возвращаемся теперь опять к сленгам, к языкам, вела целый пласт новых слов и понятий. Сама по себе. Здесь немножко минутка саморекламы будет, но не славы для, а очень хочется, чтобы то, что я сделал, вдруг оказалось полезным. В 2018 году я в шутку написал «Малый питерский цифровой словарь». Это такое вот собрание новояза, прежде всего айтишного и цетешного. Этих слов, начиная от хайп и заканчивая искусственный интеллект и так далее, и так далее. Там несколько десятков понятий. Но так понравилось коллегам, что я стал писать его каждый год, вводя все новые понятия. Да, такая вот история. Мы с Евгением обсуждали. Евгений, наверное, хочет пару слов сказать по этому поводу. Да, так получилось, что, не сговариваясь, я как человек, пригласивший Руслана, тоже оказался автором словаря, который издавался в 2004 году, который называется, видимо, «В зеркалке будет выглядеть». Нет, хорошо, хорошо. Да, да, это у меня он зеркальный. Да. Почти серьезный словарь делового общения. Он тоже создавался как такой снежный ком, и файл, который вот Руслан делал его сам и потом рассказывал. А я собрал слова, которые мне показались веселыми и странными, и разослал по своим вот этим как раз 150 или тогда, возможно, меньше друзьям. Видимо, были еще такие времена, когда бизнес рос и как-то вот создавались новые компании. Для всех это был какой-то вот новый подъем. Вот. И со временем этот словарь, он гуляет по сети, можно нагуглить какие-то старые копии. Он издавался «Альпиной». Почти серьезный словарь бизнес-сленг. И ну, здесь, например, нету айтишного, да, у Руслана айтишный словарь, и, в общем-то, через вот эту систему свой-чужой, через просто сленг же он не всегда для того, чтобы ускорить коммуникации идет, да, иногда это для того, чтобы чужие не поняли. Мне кажется, вот это направление, что давайте мы посмотрим, что стоит за скрыш и РЗА, попробуем расшифровать и использовать как бы во благо, да, мне кажется, очень классное направление работы. Во многих наших предметах, которые мы читаем на факультете и на программе финтех и трансформация бизнеса, мы делаем глоссарий. Иногда кажется, что это такая вспомогательная какая-то вещь, но когда ты это делаешь глоссарий, очень часто студенты говорят, о, вот там-то самое оно. Да, поэтому с помощью вот наших слушателей, наших коллег, нам будет интересно действительно расширить вот такую работу. И если вы знаете какие-то ответвления вот этого
такого практического исследования сленга и вот таких словарей. Дайте знать, возможно, мы попробуем объединить такие словари. Да, Руслан. Да, да, это еще раз подчеркивает актуальность этой истории, потому что зачастую нам кажется, что мы понимаем, хорошо все общаемся, но не забываем, у нас есть опыт, и действительно в нашем заурсе много слов из разных компаний, курсов и так далее. А у молодежи, возможно, совсем другой взгляд на это. Значит, здесь ссылка есть, по которой словари, они же цифровые, их можно скачать любое количество раз, в отличие от бумажных. Я здесь привел просто пару цитат, чтобы было понятно, как это все выглядит. Это не занудное и скучное описание, это довольно веселенькие, радостные тексты, даже с ошибками грамматическими иногда. Это вас порадует. Вот. А теперь переходим к следующему постулату. Я сейчас хочу настоятельно обратить внимание всех, кто будет в дальнейшем сотрудничать с айтишниками, то, что айтишники до сих пор отличаются от в целом средней остальной медианной популяции. Недаром сами айтишники свой язык называют птичьим зачастую. О чем этот язык? Это классические трудности перевода. Айтишник говорит о серверах, о платформах, решениях, среде разработки, песочниц, обновлениях. А менеджеры в этом все слышат отголоски. Деньги, 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 деньги. И зачастую они друг друга не могут понять, потому что так кто как формулирует задачи свои айтишник, классический айтишник, это вообще не история про деньги. И очень важно для менеджера, который будет управлять в сфере ЦТ, в сфере ИТ, научиться понимать своего айтишника. Все-таки погрузиться в эту специфику для того, чтобы в этих всех словах видеть осмысленность. Но это только полдела. Почему так происходит? Изначально все-таки айтишники, ну, давайте честно говорить, мы люди такие специфичные немножечко. Немножечко в том смысле, что мы зачастую интроверты, бывают социофобы и уж в редких, ну, таких талантливых случаях аутисты. Более того, сама функция эволюционно воспринималась айтишная сначала как обслуживающая, дополнительная, явно бэк-офисная. Чаще всего она подчиняется финансистам в мире. Но со временем, по мере того, как возрастала ее роль в корпорациях, айтишники дослужились до директоров. Появились CIO. Теперь появились уже не только CIO, а CDTO или CDO. К счастью, два в одном. Заметили, что в некоторых компаниях цифровая функция IT разделена. Но в самых правильных, самых прогрессивных, это тоже тренд, она слита воедино. Теперь тот, кто отвечает за цифровую трансформацию, отвечает в том числе за IT. И это правильно. Потому что цифровая трансформация, если мы отвлекаемся от людей языка, она опирается на инструментарии IT и автоматизации. Ну, да, айтишники изначально были заточены на красоту технической реализации. Это не бизнес-мышление. И попытка с ними вести разговор про эффективность была всегда напрасной, потому что это была вообще непонятная история для них. Они приходили только с запросом на деньги. Но время сейчас изменилось, и появились вполне успешные практики и кейсы, когда эффективность внедрений и инвестиций как таковых в ИТ и ЦТ уже можно померить. И многие цифровые директора постулируют и берут на себя обязательства, в том числе и денежные уже. Итак, что я могу предложить из собственного опыта, каким образом решать языковые проблемы? Нужно двунаправленное движение. С одной стороны, айтишник должен учиться языку бизнеса, и наоборот, бизнес, он сам это делает с появлением смартфонов, постковидных способов коммуникации. И бизнес сам учится постепенно айтишному инструментарию. Как это делать? Ну, очевидно, это и корпоративное обучение. Я знаю, что крупные компании как раз специализируются на том, что они стравливают 23 ма примерно на одних курсах. Создание смешанных проектных групп, конечно же, с вовлечением бизнеса и ИТ. Это все помогает. Конкретные мероприятия, прямо могу назвать, которые сближают глоссарии. Это введение института цифровых партнеров или ИТ-бизнес-партнеров. Это то, что когда-то в нефтянке появилось как Business Information Manager, BIM, и дальнейшее развитие. Это люди, которые находятся между двумя мирами. Одной ногой в одном мире бизнеса, в другом мире, в мире IT. И они могут служить переводчиками и дипломатами. Я за внедрение методологии гибкого проектного управления. Да, не везде избирательно, но в целом. И за продуктовый подход в организации. Когда перенос собственника систем происходит с IT
на того, кто на самом деле ими владеет и инвестирует в них на бизнес. Обязательно нужно честно считать эффекты от ИТ и ЦТ вместе. Это финансисты, айтишники и бизнес-заказчики. И очень сильно помогает система коллегиальных органов управления ЦТ и ИТ вместе с бизнесом. Инвестиционные комитеты, архитектурные комитеты, проектные комитеты. В них, кроме архитектурного, речь уже идет про деньги. Это универсальный язык бизнеса. Но при этом здесь главное не заиграться в попытке сделать слишком суперэффективным ИТ-организацию или ИТ-службу. Потому что самое главное, и с каждым годом это все важнее и важнее функция ИТ, обеспечивать надежность, доступность и непрерывность бизнеса. Представьте, что происходит с банком нынешним, если у него ложится информационная система. Ну все. Итого. Я бы хотел подвести итог. Как раз 30 минут примерно, я думаю, заканчивается. Да? Сейчас смотрю на секундомер. Я обещал уложиться, но не уложился. Что я хотел сказать вкратце. Цифровая трансформация – это против человека, но для человека. И в этом парадокс. Здесь нужно просто понять, что это за человек. Был и будет. Главный объект цифровой трансформации – это человек-сотрудник. Цифровая трансформация невозможна, в принципе, без изменения культуры предприятия. А в мире есть тренд на бирюзу, но это не точно. Культуру транслируют лидеры, только лидер. Одно из ограничений в развитии организации – это языковый барьер. И информационные технологии становятся из сервисов фактором развития основного бизнеса, core business. Айтишники постепенно мигрируют в бизнесоидов, бизнесоиды в айтишников, и грани, конечно же, стираются. Важно здесь, при всем при этом, всегда смотреть на мир позитивно и воспринимать любые проблемы просто как вызовы и задачи. И последний, я жирненько здесь сделал, балдон, читайте, читайте побольше. И когда я сейчас хочу сказать про список предложений, что почитать, я провокационно предлагаю вам не циклиться на бизнес-книжках. Да, интересно почитать, открывая организации будущего, про эту бирюзу, не бирюзу, просто чтобы быть в теме сленга. Конечно, очень полезная и незаменимая книга Гулевича «Цифровые словари», аж 3 штуки. Но, мне кажется, гораздо больше для понимания современного мира может дать классическая литература. Курта Вонегута или «Колыбель для кошки». Это же потрясающая интересная история про то, как технологии изменили мир всего человечества. Саркастическая, парадоксальная, но очень интересная. Всем рекомендую почитать Прохорова «Русская модель управления», потому что, несмотря на то, что у нас происходит с цифровизацией, с внедрением современных технологий, русский бизнес развивается по своим паттернам, не совсем похожим на остальной мир. Модель другая. Она исторически и климатически обусловленная. Очень интересная книжка, советую. И я всегда призываю смотреть на опыт других, применяя, как применить на практике ваши знания, знания от ваших коллег, друзей. Вот, например, есть издание, посмотрел сам, почитал внимательно, мне посоветовали, просто набор интересных практик. 40 секретов успеха, интервью с ведущими топ-менеджерами России. Несмотря на то, что 2006 год, мир не сильно изменился с точки зрения проблемы принятия решений. Так, теперь мы подходим к самому вкусному. Так, у меня есть порядка 10 кейсов практических. Вот они про это. Они все, я их все пропустил вот через руки, голову, через организации. Они все с разным эффектом реализовались. Там есть выученные уроки. Там есть описание, что было, что стало изменение. И поэтому я считаю, что они ценные. Именно как практика вполне конкретного человека в конкретной организации. Вот, что я предлагаю сделать. У нас времени на рассмотрение подробно нет, поэтому напишите, пожалуйста, организаторам. Если есть интерес, он будет зарегистрирован. Я думаю, мы можем сделать еще одну открытую лекцию, либо постепенно мигрировать как-то в сторону более постоянных форматов. Хочу вас поблагодарить за то, что слушали мою сбивчивую речь. Спасибо вам огромное, что пришли. Теперь я готов к вопросам. Буду отвечать, извините, честно. Как думаю? Спасибо большое за выступление. Я думаю, в живой аудитории мы бы уже ушли в ответвление и обсуждение. А по поводу кейсов, знаете, у меня какое предложение. Давайте мы сделаем голосовалку и разошлем ее по тем же мейлам, тем, кто зарегистрировался, и вам будет проще проголосовать, какой кейс вам кажется таким топовым. И это нам будет индикатором вообще интереса аудитории. Может быть, если там как-то можно расширить название кейса, просто там у некоторых такие броские названия, как выстрел, как короткий тост. Да? Давайте расскажем о кейсах вот в голосовалке, Руслан, если поддержите. Я думаю, интересный такой способ интерактива, и узнаем, какой кейс у нас будет. Давайте, супер. Топовый. Да?
У нас было несколько, я вот пытался как-то дирижировать чатом, как-то разбить лед, да, несколько вопросов было, ну, и от меня, и самое главное от слушателей. Вот если можно вернуться к цветастым организациям, вот где бирюзовая была, да, такой, с одной стороны, любая образная вещь, она позволяет какой-то свой опыт перенести. Да? И вот у Даниила есть вопрос, нет ли противоречия между утверждением «культуру транслирует лидер» и ценностями бирюзовых компаний. Трансляция культуры больше похожа на красную. Да? То есть, Хороший вопрос. Вот, и вот второй, может быть, он проще будет на два вопроса ответить. Знаете, иногда считается, что жизнь циклична. А нет ли такого, что эволюционная вот такая организация, она через после каких-то событий или на следующем витке снова становится импульсивным? На самом деле это не линейка, а круг развития организации. Прекрасно. Я все-таки попробую сначала на первый ответить. Да. Мне кажется, противоречия явного нет только потому, что в бирюзовых организациях каждый человек – это самостоятельно действующий агент, предприниматель и лидер, принимающий на себя ответственность за развитие всей организации, в той области, которую, как он ее понимает и разделяет. Вот. Поэтому все немножко лидеры. Но кто-то, если что-то случится с точки зрения нарушения законодательства, кто-то должен предстать перед прокурором. Может быть, поэтому там нужен лидер, я не знаю. Это шутка, конечно. Таких организаций, вообще таких кейсов быть не должно, потому что все сознательно выполняют все правила, в том числе и требования закона. Поэтому думаю, что противоречия сильного нет. А там лидер, скорее, он наставник в таких организациях. Он воспринимается как безусловный авторитет, но как равный среди равных при прочем. Что касается второго вопроса про эволюцию, я думаю, что нет ни одной устойчивой системы в жизни в принципе. Посмотрите, как устроен этот мир, он постоянно меняется. Может быть, не исключено, что сын Фредерика придумает следующую типологию, и здесь, кроме этих пяти цветов, которые нормально воспринимаются и транслируются мужчинами, появятся терракотовый, пудровый, коралловый и другие варианты и подварианты. Мир становится понемножечку более ориентированным на женское восприятие, поэтому я не удивлюсь, если палитра будет из 428 тысяч цветов скоро, и оценка затруднится, но будет очень увлекательно и интересно. Конечно, все будет меняться. Это же все-таки определенное упрощение. Это скорее на подумать история, а не попытка зафиксировать сегодняшнее время. Я уверен, что невозможно, в принципе, построить организацию, которая живет вот по модели бирюзы полностью в реальном мире. Это скорее проектные группы стартапов. Там, где нужно очень высокое вовлечение людей, где нужно горение людей, где нужно чистая вида предпринимательства, и изобретательство одновременно. По моему опыту, компании, которые приобретают вот такие коллективы с прицелом на будущее развитие, они их высаживают через мембрану, чтобы они только не общались с коллегами из семейных и конкурентных организаций, не заразились от них вирусом бюрократии и какого-то особенного отношения толерантного к жизни. Поэтому это, конечно, все некоторое приближение, я считаю. Но в моменте, знаете, как в попытке контролировать плазму на 2 миллиардных секунд, это возможно. Отлично, спасибо. У меня есть такой, что ли, блиц-опрос. Ну, очень сложно бывает начать дискуссию с незнакомым как бы кругом людей, новая площадка. Вопрос, с чем согласны, с чем больше всего согласны, и главное, чем, может быть, не согласны, исходя из своего опыта, наши слушатели. Мне кажется, нам было бы очень интересно это услышать. Ну, и вопросы, и ваши комментарии, что как бы 100% разделяете, что у вас вызывает такое несогласие. Если кто-то готов задать вопрос или ответить на вот этот несложный вопрос из двух частей, просим включать микрофон. Готовы выслушать. Александр, Дмитрий. Добрый день, коллеги. Да, Александр. Грисенко Александр, да, пожалуйста.
Значит, сейчас как раз я как раз из тех людей, которые выросли из разработчиков в CDTO, сейчас занимаюсь цифровой трансформацией, начальник отдела информационных технологий и цифрового развития в одной из дочек одной из госкорпораций. И вот как раз почему разделяю мнение автора, потому что практически половина своей карьерной жизни я жил в командной культуре, где есть, ну, условно, банда какая-то, скрам-команда, есть лидер команды, который ведет ее к успеху, делает продукт, и действительно важнее функционал, важнее взаимодействие с заказчиком, важнее реагировать на изменения. А когда, значит, сменил немного направление деятельности, столкнулся с бюрократией, то как бы испытал небольшой, ну, не то что небольшой, большой диссонанс. Вот. И сейчас, в общем, занимаюсь как раз тем, что сею зерна аджайла и бирюзовых ценностей внутри бюрократической культуры. Вот. И я думаю, что через пару лет смогу тоже, как и Руслан, похвастаться какими-то кейсами, получилось это или нет. Вот. Пока могу сказать, что все идет успешно. И вот в чем разделяю мнение Руслана, это как раз в подходе к талантам людей, это как раз вот этот стиль руководства через soft skills, когда важнее увидеть талант человека и грамотно приземлить его к роли в проекте. Вот это сейчас, по крайней мере, по тому поколению, которое сейчас приходит на работу, дает наилучший результат, чем жесткая система иерархии. Такое вот мнение. Да, да, спасибо большое, Руслан. Может быть, даже не на сегодня, а вот в копилку будущих вопросов и кейсов. Вообще поколенческое поколенческий разрыв между как бы 45+, 30-летние, 20-летние и вот, ну, вот разные поколения, потому что разный исторический опыт, разная система ценностей, разный подход вообще к, ну, разная трудовая этика. Да? И вот это такое, мы как вуз на стороне, как сказать, младшего поколения, но иногда мы чувствуем, что готовим их в какой-то мере по старым калькам, и трудовые как бы вот эти места работы тоже, они все разные, да? Можно я отвечу, вот, да? Извини, просто не терпится. Да. Ты же очень, очень правильные, интересные вещи говоришь. Ты посмотри, как удивительно устроено у нас преподавание в высшей школе. Люди, уходящих со сцены поколений, учат молодежь, которая только на сцену входит, как жить, используя практики и паттерны, которые уже никогда не будут присутствовать на рынке. Это очень специфично. Я за то, ну, в целом же так, я за то, чтобы в каждой команде, неважно, вуз это такой же бизнес и очень красивый просто, как и любой другой, были представители абсолютно всех поколений. Сбалансированная команда состоит из классных, живых, активных пенсионеров через все остальные истории до подростков. И когда у тебя есть 5 поколений по команде, она работает совсем по-другому, она как семья. Она становится гораздо более мягкой, чуть более сентиментальной, более, что ли, склеенной социально. И у нас был цвет для такого типа организации, мне кажется, один из цветов. Семья. И отлично, тут есть комментарий, что если ты понимаешь, в том числе через язык, да, то и разрыва поколений нет. Тоже вариант. Угу. Давайте, мне кажется, мы активно использовали время. Если есть один или два вопроса к Руслану, я подожду секунд 30 до реплики. Если дополнительных вопросов не будет, то пойдем готовить наш опросник по кейсам. Есть вопрос, насколько проблемы у крупных и средних компаний похожи, если мы говорим о вообще проблематике этой в целом. Да, вот, Руслан, нет ли такого, знаете, как взгляда заложника крупных компаний? Скажу, в
крупных компаниях я работаю всего 9 лет. 10 лет, считайте. Да. До этого у меня был опыт в основном средних и маленьких. И мелкий бизнес, средний бизнес и большой, это, как в Одессе опять же говорят, три больших разницы. У больших компаний потрясающие возможности, и там работают зачастую очень интересные люди по своему бэкграунду, по скиллам, по образованию, по опыту. Но культуры очень разные. И если маленькие организации бегут, чтобы выжить, то большие, они скорее про статус-кво. Золотая середина, где-то она вот между ними, я считаю. Больше всего научиться можно бизнесу в маленьких компаниях. Но лучше всего научиться тому, как делать карьеру, сохранять статус-кво, можно в больших компаниях. Единственное, есть, наверное, исключение из этого правила. Если ты работаешь в ИТ, тебе все равно, в какой компании ты работаешь. Потому что это будет всегда очень динамично, очень живо. И как раз вот здесь большого разрыва нету. Поэтому размер команды будет, скорее всего, одинаковый. Это скорее бюджет в управлении, но решения будут тебе бизнес требовать примерно одного класса. Отлично. Спасибо. Еще можно касательно да. непосредственно вот ваших текущих задач внутри Россети, есть ли какие-то вот актуально стоящие вопросы на данный момент, которые пытаетесь разрешить и как-то урегулировать? У нас сейчас план в громадье. Россети приняли стратегию развития цифровую. Она про наблюдаемость и про вообще про историю с данными, про умные решения. И она кардинальным образом меняет и ландшафт существующего бизнеса. И мы, соответственно, как коптивная компания, мы отвечаем за реализацию. Какой горизонт примерно стратегирования? Это 30, на 2... 30-й год. У нас, вы обратите внимание, что 2030 – сакральная дата. Угу. Почти все стратегии, забросы в будущее, мечты, они заканчиваются 2030. Скорее всего, Майя в календаре что-то про это писала. Надо просто посмотреть. Да? Да, надо покопаться. Спасибо. Я предлагаю нашу встречу не дотягивать до 20.30 по Москве. Закончим в 20.00 и обязательно сделаем опрос по кейсам и будем нащупывать наиболее актуальные темы для наших слушателей. Продолжим серию открытых семинаров и приглашаем вас на наши программы. В том числе программы Executive MBA, финтех и трансформация бизнеса. Руслан, большое спасибо от имени всей аудитории, очень живое, жизненное и, главное, цепляющее каждого за свой какую-то часть опыта выступления. Я думаю, с кейсами прям будет отличный курс. Евгений, у меня только один вопрос. А что я делаю не так? Ни одного негативного комментария, ни одного неприятного вопроса. Где я ошибся? Руслан Владимирович, я думаю, что это отличный показатель. Мы еще посмотрим анкетирование. Хочу поблагодарить. Вижу, что уже есть ответы на наш опросник, поэтому не переживайте. Мы подумаем над вашим вопросом, Руслан. Мне кажется, нужно еще прочитать лекцию на бакалаврах. А нас еще с вами ждет все-таки работа над всеобъемлющим словарем языка 2030. Да. Спасибо. Спасибо, коллеги, за возможность. Тряхнул стариной. Давно не было, так приятно. Спасибо огромное. Очень приятно, да. До свидания. Да, спасибо большое. Всем большое спасибо. До новых встреч. Спасибо большое. Руслан Владимирович, спасибо огромное. Еще раз выражаем вам благодарность, что смогли сегодня присоединиться. И как вы вот еще дальше можете смотреть на комментарии, все благодарят, 100% согласен со спикером и так далее, и так далее. И я думаю, что все остались довольны, используя, провели это время сегодня. Благодарим нашу аудиторию. Спасибо, что нашли время и также присоединились на нашу лекцию. Красивые слайды даже вот пишут, видите? Очень актуальные темы, было интересно. Поэтому надеемся на продолжение нашего сотрудничества и приглашаем всех на наши открытые лекции в дальнейшем, в том числе в рамках программы Executive MBA «Финтех. Трансформация бизнеса». И также еще раз благодарю всех, кто уже принял участие в опросе. Спасибо огромное. Всем всего хорошего, доброго вечера. До свидания. До свидания.